Короче, рассказываем. Февраля во всем мире отмечается как день рождения кинокамеры. Именно в этот день, в 1985 году, была запатентована первая видеокамера в мире. Ее создатели – братья Огюст и Луи Люмьер. По легенде, идея устройства, способного передавать изображение, пришла к Луи ночью, когда он в очередной раз мучился от бессонницы. Тогда предприимчивый ученый собрал проектор с кулачковым механизмом, предназначенный для передачи изображений с перфорированной пленки. В качестве экрана использовалась стена или любая ровная поверхность, закрытая полотном. После получения патента в декабре этого же года братья Люмьер решили продемонстрировать свое изобретение публике. Они организовали уникальный платный аттракцион «Показ фильма». Событие происходило в одном из известных парижских кафе. Братья рассчитывали на множество посетителей, желающих стать свидетелями уникального события. Но в первый день показов удалось продать всего 35 билетов. Показ все же состоялся и стал настоящим событием. Зрителям были продемонстрированы 10 коротких сюжетов. Больше всего их впечатлил движущийся поезд. Люди были потрясены такой реалистичной картинке. Большинство из них даже в панике пытались покинуть заведение. Весь короткометражный фильм длился около 15 минут, а на его показ ушло большое количество пленки – около 20 метров. Слава об уникальном аттракционе быстро распространилась по городу, а кинопоказы стали проводиться регулярно, и недостатка в зрителях больше не наблюдалось. Тогда братья Люмьер решили снова удивить публику. Они придали своим кинопоказам еще большую реалистичность. Наняли музыкантов, которые дополняли черно-белые фильмы звуковыми эффектами. Вдохновленные Луи и Огюст вскоре занялись серийным производством съемочной и проекционной аппаратуры, а также кинопленки и фильмов.